Окской жемчужины, да? Сегодня мы находимся на территории Окской жемчужины в Рязани, в Полянах. Сейчас будем кататься на чертовом колесе. Вот такая вот крутотень. Сейчас будем вам показывать, как там классно внутри. Так, нас посадили в такую кабинку. Кабинка покачивается. Ходит, раскачивает. Да, сейчас вот там народ веселится. Смотри, вот работает колесо. Вот видите? Вот оно, колесо обычное. Я покажу вам весь механизм. Может быть, вы у себя дома сделаете? На даче. И ничего сложного, по колесо поставил, стоит. Эти пружины. Пружины. Можно дома собрать домашних условий. Мы начинаем уже подниматься. Это, я думаю, мы остановились, застряли. И там люди еще подтягиваются. Смотрите, какие деревья классные. Здорово, да. Да, смотрите, как круто. Внизу. Внизу. Так, ладно, сейчас побольше поднимемся, повыше еще откроем. Так, сейчас мы практически на самом верху. Сверху покажу, что тут есть. Интересно. Это ребят катаются на скейтах. Такие ворки. Тут для детей. А вон даже есть спортивные тренажеры. Так, чуть подальше там гостиница. Это пляж. Там можно купаться. Но пока купальный сезон не открыт. Так, сейчас я встану. Так, это вот такая вот деревушка интересная. Пофоткаться там, походить. Вон, да, купается, да, вон, смотри, точно. Точно, вон там народ купается. Так, вот так вот красился, солнышко выглядит. Раскачивать кабинку? Не надо, раскачиваешь. Раскачиваешь. Так, это вот соседние кабинки тут едут. Мы сейчас вот прям на самый верх, наверное. Нет, вот сейчас вот это будет ровно, наверное. Вот этот палку. Тогда мы будем... Пойдем на обратку. Не страшно? Нет. Нисколько. Тебе не страшно, Роми? Нет. Вам, Светлана Петровна, не страшно? А я довольна и так. Представляете, мне не страшно. Когда я попаду куда-нибудь. Мы тебя будем везде брать, не боись. Так, спускаемся. Так вот, ну спускаемся. Люди, тут можно прокат велосипед взять. Народ он катается, беседочки посидеть. Мы уже сделали круг почета. Ну, теперь пляж не видать. Ну, мы сейчас подходим. Вот так вот. Карл, приезжайте и покатайтесь. Видите все своими глазами. Он еще колесо обратно. Да, еще колесо понравилось. Там такое красивое колесо. Круглое. Надо даже квадратное. Да, все, мы покатались. Теперь пойдем дальше. Вот так красиво кругом. Все зелененькое. Все приятно глазу. Вон, в лавочке можно посидеть. Двигаемся. Смотри. Вон что пацан делает. Как мы начали его снимать, у него все сломалось. Тут мы были на колесе. Сейчас мы идем, здесь вот такие вот всякие
О, парень что творит. Сейчас он... Малорик. Катается. Круто. Короче, кто на велосипедах умеет, вам здесь самое место. Парень молодец. А здесь тренажеры подкачать. Бицепсы, трицепсы и другие мышцы тела. Музыка хорошая, погода. Круто. Кругом такие дорожки. Такие вот. Слева и тут баскетбольные всякие площадки. Ворота футбольные. Прокат всех велосипедов. Классно. Идем дальше, будем показывать. Так, это вот аквапарк сам. Многие сюда в аквапарк ездят. Ну ничего, вот рассказывай, что тут есть. А впереди вот это интересное место. Тут пофоткаться прям самое приятное. Хорошая фотография получится. Исторические здания вот эти вот. Сейчас подойдем ближе. Тут мы в середине вот этой вот площади. Вот такие вот домики тут красивые. Прийти пофоткаться. Такая площадь вообще центральная. Так вот, классно. Такие старинные. Городок такой. Из разных стилей собран. Рубленый какой-то дом. Часовенка. Типа, не знаю, прибалтийских каких-то вот таких вот стилей. Как называется, не помню. Даже такой мост есть. Так, идем дальше. Покажем. Это вот здание такого ресторана. У кого есть денежки покушать. Здесь, видишь, какой ресторан? Красиво. Ну, там, может, сейчас зайдем, посмотрим. И уже заработал пляж. Там он даже диджей есть. Кто хочет погулять. А так вон лежачки уже, народ уже отдыхает. И можно искупаться. Я бы вот лично залез бы. Окунулся. Так что вот. Круто, круто. Можно отдохнуть вот, в Рязани. Ну да. Поехали на пляж какой-нибудь. Ну да. Классно, что-нибудь еще вам покажу. Так, погуляли. Собираемся домой. Сегодня какое? 4, да? 3. А, сегодня 3 июня 2018 года. Вот мы походили, погуляли, покатались на колесе. И все, теперь по домам. Место красивое, интересное. Приезжайте, смотрите все своими глазами.